День бесплатной юридической помощи прошел в Приморье. 6 городов Приморского края, среди которых Уссурийск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Большой Камень, Находка и Владивосток, стали центрами, где граждане смогли получить ответы на интересующие их вопросы. А по каким вопросам люди обращаются чаще всего? Есть у вас какая-то статистика? Общей статистики нет, но лично из своей практики могу сказать, что в основном это земельные вопросы, это оформление земельных участков дач, в основном, да, связаны с земельным кадастром, и вопросы, касаемые жилищного законодательства. В основном также сети, ОДН, то, что обычно волнует пенсионеров. Мы не представляем в суде граждан, которые к нам обращаются. Мы отвечаем на общие вопросы, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. На любые вопросы также готовим заявления, исковые заявления, обращения в госорганы. То есть первоначальная помощь, которая поможет потом в будущем либо людям обратиться к адвокату за представлением их интересов в суде, либо самим дальше продолжить работу с госорганами. В качестве юристов-консультантов были привлечены представители Министерства юстиции по Приморскому краю, представители адвокатской и нотариальной палат, представители Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России, старший юрист компании «Правовой элемент» и многие другие. В этот день порядка 50 жителей приморской столицы получили квалифицированную юридическую помощь. В основном за юридической консультацией обратились пенсионеры и малоимущие граждане. Я сегодня по радио утром услышал, что пенсионеров принимают бесплатно по консультациям по земельным налогам. Да, вышел закон, который как раз-таки регламентирует деятельность, что проводятся бесплатные юридические консультации, да, о том, что незащищенным лицам, незащищенным категориям граждан необходимо оказывать бесплатную юридическую помощь. Приморское отделение юристов России оказывает бесплатную юридическую помощь населению больше года. Так, например, те граждане, которые не смогли принять участие в небесплатной юридической помощи, могут обратиться за бесплатной юридической помощью к юристам-консультантам по адресу Океанский проспект, 13, кабинет 406. Центр работает каждый понедельник, среду и пятницу с 4 до 6. Также можно обратиться в Центр бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции по адресу Пушкинская, 93. Здесь юристы ведут прием каждый четверг с часу до 4.